Добрый день всем. Приехала посылочка из Китая, очередная. Вот, внутри должен быть интересный телефончик. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Телефон бюджетный. Вот. Чем он интересен? Интересен тем, что цена его $100. При очень неплохих характеристиках. Мы посмотрим характеристики. Насколько я помню, на коробке указаны технические характеристики смартфона. Соотношение цена-качество должно быть очень хорошее. Смартфон этот продается не так давно. Еще есть. Продавец что-то положил. Интересно, что это? Meizu написано. Написано Meizu. Что-то за коробочка какая-то интересная. Наверное, зарядка. Что-то. А, переходник и зарядное устройство. Неужели правда Meizu? Посмотрим попозже. Так. Технические характеристики. Сначала название посмотрим. Вот телефончик называется Mlaes M9. Технические характеристики давайте посмотрим. Так, 8-ядерный процессор 6592 МТК. Android 4.4. Ну, экран написан тут HD. На самом деле он QHD. Должен быть хорошего очень качества. 5-мегапиксельная фронтальная, 8-мегапиксельная задняя камера, 8 гигабайт памяти основной, 1 гигабайт оперативной. Поддерживает ОТГ. Батарея заявлена 2800 мАч. В чем, конечно, есть сомнения. Давайте посмотрим дальше комплектацию. Так, что есть в коробочке, что нам продавец презентовал. Так, пленочка на экран. Это мануальчик на английском языке. Вот такой бампер пластиковый. Видно кабель USB, микро USB стандартный. Я думаю, тут ничего нового нет. Да. Микро USB кабель и зарядное устройство наушников в комплекте нету. Зачем-то еще положили одно зарядное устройство. Очень интересно. Зачем нам два зарядных? Так. Если видно. Так. Сейчас фокус. Угу. 1 ампер. Зарядное устройство на 1 ампер. А это у нас якобы Meizu. Такая зарядочка. Еще одна зачем-то. Неизвестно. Переходником. Посмотрим сам аппарат. Вот такой аппарат в черном цвете. 5-дюймовый экран 960x540 разрешением. Скорее серого цвета. Черный он. Задняя крышка серая. Эти вставки боковые. Как я смотрел с предыдущих обзоров, там они вроде когда-нибудь металлические. Потом проверим. Так. Очень тонкий аппарат. В руке лежит удобно. Так, что у нас? Сверху зарядка. 3,5 джек наушники. Справа ничего нет. Непривычное расположение включения слева.
Качелька громкости тут же чуть выше. Снизу только микрофончик. Давайте откроем. Так, вот такая вот нестандартная батарея. Да, 2800, конечно, здесь нет однозначно. Батарейка очень легкая. Хоть и написано, что 2800, но она очень легкая. Давайте посмотрим, сколько она весит. По весу уже можно примерно сделать вывод, сколько там емкость. 35 грамм. Да, 35 грамм это очень мало. В лучшем случае это 1800. Ну, тесты покажут, будем делать обзор. Да, попозже сделаю обзор, но, конечно, это первый минус, который, я считаю, есть у этого телефона. Давайте сделаем включить. Так, что здесь у нас? Две микросим-карты. Расширение под SD-карточку. Камера со вспышкой. И динамик громкого вызова. Так. Включаем. Экран приятный, сразу хочу сказать. Эта передача должна быть неплохая. Звучание тоже громкое, достаточно первый звук. Что могу сказать? Ну, экран отличный. Экран отличный. Уже сразу видно, что экран очень хороший. Качество экрана радует. Сразу яркость посмотрим. Половина яркости достаточно будет, я думаю, на солнце. Да, это ОГС, все углы отличные, со всех сторон видно замечательно. Так, яркость убавим чуть-чуть, половину поставим, достаточно вполне. Так, сразу язык settings. Язык. Ну, прошивка здесь мультиязычная. Это было известно уже. Это хорошо. Перевод должен быть полный. Так, на телефоне. Что у нас на телефоне? Модель M9. Версия Android 4.4.2. KitKat. Не знаю, возможно, производитель выпустит на него прошивку пятую. 5.0 Lollipop. Будем на это надеяться. Так, здесь все стандартно. Wi-Fi, Bluetooth, передача данных. Экран. Так, звук. Сразу посмотрим звук. Быстренько. Громкое звучание. Телефон громкий. Телефон громкий. Однозначно громкий. Вот эти вот щелчки убрать. Экран хороший, динамик громкий. Давайте камеру глянем. Так, что-нибудь там. Пусть вот этот текст будет. Камера заявлена 8 мегапикселей. Так, это у нас фронт. Это у нас тыл. Камера же заявлена на 8 мегапикселей. Сейчас посмотрим, что у нас тут установлено. 8 мегапикселей, замечательно.
знаете, я верю, что это 8. Интерполяция, конечно, возможна, но качество очень хорошее. Даже если это 5, то это очень хорошие 5. Замечательные просто. 5 мегапикселей. Вот что-нибудь еще на белом фоне, штрих-код, например. Камера фокусируется хорошо. Давайте без вспышки попробуем. Так, что у нас тут получилось? Ну, в общем, достойно. Достойно и без вспышки. Со вспышкой чуть получше, но понятно. Выдержка поменьше. Больше. В общем, камера неплохая. Очень неплохая камера. Вот время работы. Это большой вопрос, сколько он продержится, сколько здесь батареи реальных. А так качество сборки отличное. Нравится все пока. Ну, дальше посмотрим, как будет. Как поведет себя в тестах. Вот такой аппарат. Всем спасибо. Сильно не пинайте. Первая распаковка моя. Первое видео. Всем спасибо. Ставьте лайки, кому понравилось.